здесь походим. Сейчас здесь походим, посмотрим, что вроде ямки есть. Может, что-нибудь отрубаем. Так что смотрите, не переключайтесь. Так, ходим по округе. Пока сигналов нет. Сейчас пойдем дальше. О хуторе такая, что было здесь 36 дворов, в принципе, ну, как бы немало, но немного, вообще не знаю, здесь что-то холмиков нету, будет что нет. Сейчас здесь нет, чуть-чуть дальше поедем. Что вот тепло у нас, травка позеленела, солнышко блестит. Что за гирзач? 16-го года СМИ. Я какой, первый раз такой вижу. Хорошая гирза, интересно. Понимаешь? А сейчас, а ну да, видно же вот, да? Стабильная. Гирза Ремингтон иностранного производства. Где-то 17-16 года, наверное. Это так, да?
яму видать, да? Ну да. Ладненько, гильза есть. Так, друзья, вот пришли, шурфик кто-то бил, небольшой такой. Наш тык сняли, не закопали злодеи. Ну, наверное, ничего они и не нашли, так как особо ничего выкинуло, этого не вижу. Ну, не, пузырьков не вижу, стекла не вижу, знаешь. Это вообще нора. Это не нора, это шурф. Вот нора. Ну, может, там нора. По этому подворью походим. Может, вот, что-то... друзья, пули. Нашли. Нашла. USCO 16 год. Вот это вот 7.62 клеймо. Клеймо не вижу вообще. Все не стреляны. 15 вот даже год встречается. Угу. Есть. Ну это опять 16 USCO. И кайнок. Целая пуля, не стреляная. Абсолютно. Зажато. Тык, эти так просто, а вот еще на это тоже так же. Эти так просто вставлялись. Так, друзья, ходили, натолкнулись, вот кто-то видно закопал. Разобрали вот здесь вот такая. Смотрите, вся простреленная. Ужас. Вот, наверное, кусок был. Не повезло кому-то, да? Да. Вот такая касочка. Чье интересно? Такие находили, нам сказали, что от ППШ. Угу. Продвигаемся к речке, к домам. Первая монетка, друзья, в этом выезде. 20 копеек. 1946 год. Сохран хороший прям. Прям все четко видно. Донышко от этой. А, длинный. Хороший холмик. Не сглазь. Фу-фу-фу. Да и так уже нормально. Уже монитосим.
монетку, где одна монетка была здесь. Да ладно. А, нет, показалось. Лёд. Я думал, знаешь, это иконка. Или хер его. Да, ну, советская. Ну, здесь вот копаем. Погоню вам сказать. Не хватает. Все выкопал. Монетка. Рада, что ли? Монетка. Да лё. Серебро! 905-е. Первое серебро. Кого нет? Смотрите. Вот так вот, СПБ. Да подержи. Супер. Переверни. Серебро. 20 копеек, 1905 год, СПБ. И ямку-то большую, вон и не надо закопать. На поверхности. Вот, злодеи, были копатели, вытянули батарейки, трофи. Вот о, это именно от этой, да? Ну да. Злодеи. Вот, друзья, ямку покажи, а то скажут, вот ямка была, вот выкопали монетку. Вот монетка. 3 копеечки. 1956 год. Здесь хорошая сахара, а тут немножко, конечно, покоцанная. Покажи, не твои руки. Вот такой вот то ли монетка, то ли такой медальончик. Ты не понял, дырка заводская. Не, ну, видишь, как надо. Тут какая-то надпись, да. Сейчас мы дойдем до машины. Помоем ее водичкой, попробуем и зубной щеткой покажем тогда вам. Вот такую вещь подняли. Там что-то 5. Что-то, да. Вот, друзья, выложил находки. Посмотрите. Вот все, что мы за сегодня нашли. Так, вот, пули. Целые пули абсолютно. Гильзы. Ну это отвил, гвоздь, вот эта вот штука интересная. Не знаю даже, что это такое. Вот. Две гильзы от ППШ, малюсенькие. Вот так почетче покажу. И монитосинки. Вот эту немножко водичкой помыли. Есть на ней какая-то надпись.
что-то Румыния 927, да? Угу. Ну, что это такое? Чугу. Не знаем. Такая с дырочкой, мужская медалька, не медалька. Ну и, конечно, гвоздь программы. Сейчас. Вот эта монета 1905 года. Серебром. Так. И вот такой вот шмурдичок еще накопали. Без него, конечно, никуда. Проволока тут всякая. Всякой фигни. Да и пробки тут есть, все есть. Так что сейчас мы глянем, ветер вроде постихает, может, над озером полетаем на квадрокоптере. Так вот, друзья, решили заснять вам озеро. Ну, на квадрокоптере, наверное, мы не взлетим, ветер такой вот поднимается, как бы. Боюсь, что свалимся в воду. Можно по берегу походить, ты прав. Такое вот красивучее озеро. Сейчас ближе вам покажем. Ну да. О, подходим ближе к воде. Бля, вода чистая. Посмотри, вон. Вон я дно вижу. Чистая прозрачная вода, глянь. Пока-пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Приехали мы на то же место, где нашли серебрушку тогда. Будем здесь еще копать. Смотрите, не переключайтесь. Пошел? Угу. Вот такой осколочек нашли. Вторая находка. Первая гильза была. Вторая находка, осколочек. Там черная штукатурка валяется. Это везде пищит, да?
Да. Посмотрим они информацию в интернете. Быстрее. Еще дальше. Она будет видно, нет? А вот видно, луна у нас. Дело близится к вечеру. Скоро домой. Иду до автомобиля. Что-то сегодня не порадовало никак. Может, как всегда, под вечер у нас попрет. Так что смотрим. Жесть? Какая-то дальше. Вот такую херню откопали. Последний. Да, находки на сегодня. Как видите, гильзы, всякая фигня. Был целый патрон, скинули его, потому что ехали ребята на автомобиле здесь. Искали место для ночевки. Ну, как оказалось, за потом, да? Да. Ну, мы решили перестраховаться. Поэтому не, ну, потом... скажи, что в свете последних событий из интернета. В свете, да, последних событий из интернета, чтобы ни к чему нас не привлекли, мы его скинули, просто нашли и скинули. Так что всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Пока. О, друзья, такая типа ласточка из облаков. Видно будет, нет? Вы что, дураки, что ли? Прибыл!